Семена лука душистого каприз, ценятся садоводами и огородниками. Морозоустойчивый сорт обеспечит полезной, витаминизированной зеленью с ранней весны до поздней осени. Лук можно выращивать в любом регионе нашей страны. Быстрое отрастание листвы способствует высокой урожайности среднеспелого сорта. Вызревание происходит за 75 дней. Растение вырастает до 50 см. На каждом побеге образуется до 8 плоских перьев, весом 40-50 граммов. Превосходный слабоострый вкус зелени, с нотками чесночного аромата рекомендованы для использования к основным блюдам, салатам, что значительно улучшает вкусовые качества еды. Лук душистый каприз – это однолетнее растение. Лук прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Цветок окрашен в темно-зеленый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме плоский. Лук душистый каприз имеет среднеспелый срок созревания. Плоды лука созревают в месяце июль-август. Урожайность лук душистый каприз около 1,5 кг на квадратный метр килограмм, и это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Масса плодов приблизительно 35-55 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Вкус слабоострый. Ягоды можно потреблять в свежем виде. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.